«Транспорт-экспресс» – постоянный участник всероссийских конкурсов и призовые места занимает ежегодно. Второй год подряд по итогам работы организация получает признание сразу в трех номинациях – за сокращение производственного травматизма и профессиональной заболеваемости, за формирование здорового образа жизни и за создание и развитие рабочих мест. Впрочем, это закономерно. Руководство предприятия уделяет подобным вопросам особое внимание. Чувствуя острую нехватку водительского состава, который на сегодняшний день у нас существует, мы проводим обучение за счет своих собственных средств. То есть заключаем с работником договор на определенный срок, вкладываем свои деньги и получаем таким образом квалифицированных специалистов, которые в дальнейшем будут работать на нашем предприятии. Также повышают квалификацию уже работающих на предприятии сотрудников. Не забывают и о здоровом образе жизни. Коллектив «Транспорт-экспресса» участвует практически во всех спортивных мероприятиях Нижнекамск-Нефтехима. Это различные соревнования и сдача норм ГТО. Однако основная задача предприятия, конечно же, перевозка нефтехимиков до промышленной зоны и обратно. Вот уже более 20 лет «Транспорт-экспресс» обслуживает Нижнекамск-Нефтехим. За это время автопарк предприятия увеличился в 3 раза. Появились и новые автобусы на газомоторном топливе. В скором времени планируется пополнить парк 6 экологичными автобусами. Они уже доказали свою эффективность. Всего на сегодняшний день у предприятия имеется более 150 транспортных средств. И ежедневно водители автобусов совершают свыше 300 рейсов. График работы у них весьма напряженный. То, что вот рано встаем, мы 3 часа почти встаем, 4 приходим. Это сначала, если не привыкший, плохо, конечно. Кстати, специально для водителей в организации имеется комната отдыха. Здесь можно расслабиться на диване, попить чай или кофе, а также поиграть в бильярд и настольный теннис, чем и занимаются водители в свое свободное время. Лилия Мунирова, Артем Рябов, телеканал «Нефтехим».